Эй, никто не видел дешевых ключей и аккаунтов? А, вот же они, у меня в магазине Шена, друзья. А мой магазин офигенно улучшается постепенно, и все благодаря вам. В него добавляются новые-новые вещи. А сейчас мы добавили рандом CSGO оружие. А, ребята, вам в этом CSGO оружии вам может попасться вообще все что угодно. Начиная от пистолета за 20 рублей, заканчивая ножом за несколько там сотен, тысяч, долларов, миллионов. А все, что нужно сделать, нажать кнопочку «Купить» и за 70 рублей приобрести ключик. Так, а вы переходите на процедуру оплаты, вот сейчас я это все дело сделаю, вот прямо при вас это все сейчас вбиваю. Так, ну окей, вот это все делается быстро, я сейчас специально от него резаю, чтобы вам было понятно. Просто закрываю, скажем так, заслоняю, чтобы вы не видели данные. Так, окей. Так, вот, оплачен товар. Ну что ж, мы оплатили товар и получили код. Код, который нужно скинуть на страницу нашему человеку. Наш человек, он этот код обработает. Нужно прислать, короче, этот код и скриншот. Так, Игорь Алексеевич. Окей, отправим ему сообщение. В его сообщение нужно вставить код, который мы получили. Ребят, смотрите, вот этот кодик. Обязательно его вот копируем. Так. И вставляем к этому Игорю Алексеевичу. Готово. Далее нужно сделать скриншот вообще всей этой страницы. Это просто нажимаете print screen, друзья. И добавляете его в Paint. Вот easy breezy. Вот все. Все. Вот так легко делается. Далее прикрепляем эту. прикрепляем файлик, господи, с этим скриншотом. Чтобы было понятно, что вы не обманываете. И ставим хороший отзыв. Ну вот, в принципе, это все. И очень важно, что добавляем ссылочку на свой аккаунт Стима, на торговлю своим аккаунтом Стима. Ну и, в принципе, отправляем сообщение. Итак, вот спустя 20 минут мне пришло сообщение о предложении торговли. Это аккаунт моего друга, потому что я не играю в CS, мне, в принципе, вообще пофигу, что мне там попадется, а вот друг будет счастлив. Так, ну-ка, что у нас тут? Это я не знаю, что это такое, что за... Выглядит клево. Давайте глянем, сколько это все дело стоит, вообще что это. Так, я напишу на экране, сколько это все дело стоило. Так, чтобы вам было проще. Это у нас, блин, красиво выглядит. Что это у нас? М4А1 Cyrex. Окей, внешний вид немного поношенный. Ну, чё, ладно, ребята. Я не знаю, сколько это стоит, а как бы мне пофигу, но, блин, другу будет приятно. Ну что ж, ну вот на этом все. Вот так это все дело работает. Все, что вам нужно делать, это просто зайти на сайт магазина и купить все, что вам хочется. Заходите, покупайте. Ну а на этом все. Всем пока!